Всем привет, ребята! Вы на канале Мама Я, и сегодня... А как это сделать? Ладно, вырежем. И сегодня мы будем играть в World Defenders. И тут, короче, мы динозавров уничтожаем. Вот смотрите. О, срочно нажмите кнопку подписки, лайк, пока у нас вместе с Бразер Нупа не съела. Кажется, вы его накормили. Огромное спасибо вам, ребята, спасибо. Ну, а сейчас я буду объяснять ему, как играть. 2000 years later. Наконец-то! Я ему объяснил, как это все делать. Ой, наконец-то мы телепортируемся. И я вам покажу. Сам я, ну, чуть-чуть так поиграл. Ну, думаю, 2 дня это немного. Чтобы я не был прям настоящим нубом. Ладно. Все, идет загрузка. Надеюсь, он хоть поймет, как играть. Как бы. Не, обязательно изи. Изи. Вот прям обязательно. Он же здесь. Да, он здесь. Все отлично. Так, смотрите. Сразу ставим его. Его ставь. Башню. Ладно, я сам разберусь, надеюсь, это легкая сложность, потому что на других я... Ясно. Ну, хоть и пистолет он может взять, это вообще отлично. Это прям, ну, супер. Прям талантливый. Без всяких туториалов. Куда ты? Вот, отлично! Вообще просто суперский тиммейт, вообще. А что, так можно было, что ли? Наверное, я ему еще 10 робоксов задоначу, которых у меня нету. Ладно. Ладно. Смотрите, сейчас мы еще прокачаем нашего. Чего? Почему, что это такое? И вот в последний или предпоследний мы выиграли просто в дуо, потому что третий, ну, он почти не играл. Он очень был сильным, надеялся, походу, на нас, но в конце он вообще там нас всех вынес. Ой, вынес, говорю. Спас. Но мы бы и без него справились, в кавычках. Там огромный мамонт, я и сейчас не хочу задуматься, как мы его с Бразером будем одолевать. Ну, наверное, для меня сейчас главное. Так, отлично. Мои башенки приносят все-таки доход. Как бы это странно ни звучало. Кстати, мне интересно, это какой год? Тут как бы какие-то племена Афина. Ну, если что, это не Афины, может быть, это еще какие-то племена. Нет. Афина это вообще там, по-моему, город. Ладно, не буду сейчас говорить, а то вдруг кто-то сильнее меня по истории. Короче, какие-то там племена древние и еще электроника с базукой. О. Сейчас забью и все. И мы ставим этого мутанта. Ну да. Я не понимаю. Ты как? Почему
меня ничего не хочет, не хочет обновляться. Это ее вообще тогда. Да! Продаду тогда. О! Серьезно? Еще следующая сейчас волна. Вы сейчас на полном серьезе? Все, нам надо отыгрываться. Нам надо отыгрываться. Все, 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 все. Так, сейчас тогда обновляю ее. Обновляю. Ну почему ты не хочешь обновляться? И ты не хочешь. И ты не хочешь, ясно? Понятно, понятно. Так, давай, 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 давай. Отлично, 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 отлично. Выносим их пока что. Отлично, да мы вообще тащим. И, кстати, я не знаю, почему такие милые динозавры, мы им причиняем вред. И такие злые динозавры проходят. Да и вообще, как динозавры проходят сквозь динозавров, у меня тоже не спрашивайте. А я-то думаю, почему я не могу обновить, а оно, оказывается, мне не хватает денег. Оно не все так дешево стоит. Отлично. Так, где ты? Нет у меня. Во, все, 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 все. Ну, я даже не почувствую эту волну, наверное. Ну, давай, 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 давай. Ну, что ты сделаешь? Ну, что ты сделаешь против нас? Ну, объясни мне. У меня еще браза... Ну, бразер нуб, извините. А, брат нуб. Брат нуба. Ладно. Я не хочу обижать, я просто читаю твой ник. Не бойся. Так, отлично, отлично. Троглодит. Что это вообще такое? Птеродактил. Птеродактил. Все. У этого переводчика все нормально с русским языком, да, не сомневайтесь. Вот прям... Не, это прям он, я не знаю, бог русского языка просто. Я не знаю, как он это делает. Это же вообще... Вау. Это прям настоящий поэт. Птеродактил. Сабля зуб. Чего? Это кто? А Анки. Да. Вообще не знаю, кто такая Анки. Или кто такой Анки. Но в любом случае он выглядит страшно. Дило, Дило, Дило. Кто такой Дило? Я знаю Рекса, Стелозавр, Мелозавр. Ладно, ничего не знаю. Кроме Рекса и все, Птеродактил, все, 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 больше ничего, просто не знаю. Во, вот это вот громило, это трицера, а, да, трицераптуса я знаю. Карно и нет, я не знаю. Да, трицераптуса я знаю. Здравствуйте, мистер, а вы вообще получаете хоть какой-нибудь урон или... Возможно, и не бить. Ясно. Подготовиться к волне такой-то. А я подготовился уже. Ладно. Отлично, отлично. Все правильно ты делаешь, в принципе, пока что. Все, все, все. Ну все. В принципе. Так. Ладно, ладно. Подготовиться к волне такой-то. Что? Еще одна волна? Вы шутите. Так, обновление 6000. Все, все, все. Отлично.
Отлично, пока что. Еще радиус, а. С радиуса нормально, в принципе. Ладно, у нас еще все отлично. Сейчас теперь этого обновляем. Все. 9250 присуждается нам. О, нормально, нормально, нормально. Вообще хорошо. Смотрите, как день просто. И, кстати, я вообще не знаю, почему, но волна уже идет 17 минут. Почему так долго? Я думал, я играю на минут, ну, 7 где-то одну волну. Или за то, что это до. Вот, кстати, не знаю, из-за чего. Либо одно, либо второе. Ну, все. Все, теперь идем на ту волну. Опять-таки назад. Так, ну, сначала птеродактиля, в принципе, надо это обязательно прям. Все, теперь, чтобы урон ему наносился. И эта волна 20-й, сейчас еще мамонт выйдет. Что, мне кажется, как будто мы проиграем. Не знаю даже. Я не хочу проигрывать, как бы. Сами понимаете. Знаете, что думаю? Наверное, мне надо все-таки поставить... его прокачать. Все отлично. Что там вообще такое? Вы видите это? И еще там сейчас мамонт выйдет. Да, все, мамонт вышел. Поздравляю. Фу, надеюсь, не умрем. Я очень на это надеюсь. Сейчас все отлично. Это подходит тут сюда. Теперь мы его атакуем. Этого я, по-моему, стоял. Нет, он. Все, 10 тысяч у нас. Ну, я думаю, вынесем быстро довольно-таки. Все. Отлично, 18 тысяч у нас почти. Серьезно? Дальность. Я вообще без понятия, как мы, кстати, еще на мамонт же это. Слушайте, вообще мамонт просто один в один из ледникового периода. Да, у него 90 тысяч хп, я в принципе не удивляюсь. Это да, нормально. Ладно. Сейчас, в общем, ставим вот этого и его просто до максимума. Просто качаем. Давай. Ясно. Давай. Быстрее. Просто быстрее. Я сейчас просто что-нибудь, чтобы это вставить. На его надо. Желательно это убить, как бы. Ну, у нас время еще есть, как бы. Это нормально. Я его прям в рот так стреляю. Антисептиком. Ну да. Да. Ой, вообще сейчас еще плохо очень, то что он его перекрывает. Это двойной урон по базе. Наверное. Сейчас заключать.
так, давай. Если мамонт один войдет, может, мы это и переживем. А вот с ним я не уверен. Просто я тебя умоляю. Но нанеси не так уж много урона. Такая, мне кажется, что ты нанесешь. Просто мне кажется, что он снесет нашу базу всю. Но я надеюсь, это вовсе не так. А, он вообще не того бьет. Отлично. Ну, в принципе, поэтому стрелять я не вижу смысла. Но мы его все равно. Давай, мы отдефим его. Я с самого начала думал, что мы закончим все так хорошо, но... Наверное, я потом еще такой смешной монтажик сделаю, наверное, с перемотками. Это, ну, потому что 23 минуты это, ну, я понимаю, вам не интересно смотреть. Но мы последние наши секунды. Ну, так не впустую, Ой, не впустую. Эй, Маквин, как дела? Не переживай, ты хорошо поездил на своем веку. Можно и на пенсию! Шторм вырывается вперед! Невероятно! Маквин встает! Ну, почему так много? 24 мин пустую. Ладно, ребята, ну, что могу сказать? В принципе... Ну, неплохо, конечно. Я создавал випку. Кто хочет... А, серьезно? Я не на випку свою вытащить. Кто хочет, возможно, я сделаю потом еще стрим. И там мы наберем 2 человека, и мы с ним будем идти в трио. Или кто-нибудь еще будет заходить. Ну, в общем, вот так. Ну, вы поняли. Сейчас же, что по поводу этих... Буду я покупать что-нибудь или нет? Все посмотрим. Мехаробот. Он стоит робуксы, конечно. Сначала так. Ясно. Little Lizard. Че не то-то? Ясно. Сейчас, ну, посмотрим. Просто сейчас просмотрим, наверное, что-нибудь. Ну, что мы можем купить? Магазин игроков. Снайпер. В принципе, он такой. Ну, что? Там рейндж 250. Потом 300. Кстати. 500. И он всего 70. Слушайте, давайте купим. Да. Сейчас еще что-нибудь. Ну, я мог бы это, возможно, купить. А, да. Хорошо. Из вот этих вот мехобластер. А, так вот что у того игрока было. Ладно. А, на этом все. Всем за просмотр. Над роликом старался я и Бразер Нуб. Всем спасибо и до новых встреч.